Президент России подписал указ о выплатах за ранения участникам СВО в зависимости от степени тяжести. Сумма единовременной выплаты дифференцирована. Военнослужащим, получившим тяжелые ранения, полагается единовременная выплата в 3 миллиона рублей. В случае легких ранений – в 1 миллион рублей. При иных травмах выплата составит 100 тысяч рублей. А при получении увечья, которое повлекло за собой инвалидность, выплатят 4 миллиона рублей. Напомним, что в Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорова увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Теперь она составляет 2 миллиона рублей. Всего за первый год службы бойцы получают 4,5 миллиона рублей. Также добровольцам и их семьям предоставляют более 30 мер поддержки. Для жителей региона до 100 тысяч увеличена выплата за содействие в привлечении службы по контракту. А сейчас друзья все служат, я решил отдать долг родине. Хорошее дело. Родину защищать иду, чтобы врагов здесь на нашей земле не было. Мне вот сильно там. Я за это и пошел.